Полковник МВД Дмитрий Захарченко подарил своей дочери квартиру стоимостью 250 миллионов рублей. Это пятикомнатные апартаменты в жилом комплексе «Имперский дом» в районе Якиманки. Захарченко купил квартиру еще в 2013-м. В том же году он развелся с женой и все оформил на дочь. Сейчас девочке 8 лет. Это может создать проблемы для следствия. До совершеннолетия ребенка квартиру практически невозможно изъять. Но круг возможных информаторов тем временем расширяется. Показания на полковника МВД Дмитрия Захарченко могла дать финдиректор Нотабанка Галина Марчукова. Об этом сообщил близкий к следствию источник. Марчукова находится в СИЗО почти месяц. Она могла дать показания, желая перевода под домашний арест. Но пока эти надежды не оправдались. 12 сентября Тверской суд Москвы продлил арест Марчуковой еще на 2 месяца. Появилась и новая версия происхождения миллиардов полковника Захарченко. Это мог быть семейный бизнес по обналичиванию средств проблемных банков. Оказалось, что отец офицера Виктор Захарченко известен в банковских кругах как автор ловких финансовых схем для владельцев и топ-менеджеров проблемных банков. Вместе с сыном они помогали банкирам минимизировать потери перед отзывом у них лицензии Центробанка. В ходе обысков по делу оперативники нашли документы о переводе на счета Виктора Захарченко в швейцарских банках около 300 миллионов евро, а это 22 миллиарда рублей.